Привет, друзья! Российские войска получили БПЛА «Черника». С 2022 года поставлено уже около 4500 дронов, но рассказали о них только сейчас. Дрон «Черника» сделан по типу БПЛА «Летающее крыло». Производит их корпорация инновационных технологий. Существуют две версии – БПЛА «Черника-1» и более крупный БПЛА «Черника-2» с размахом крыла 2,2 метра. По отзывам военнослужащих, БПЛА «Черника» хорошо себя зарекомендовал. Беспилотник «Черника-1» оснащается боевой частью весом 0,7 кг с возможностью активации через заданное время. БПЛА «Черника-2» в модернизированной версии имеет боевую часть 3,5 кг. Оба дрона устойчивы к воздействию средств РЭП. БПЛА «Черника-2» предназначен для поражения зданий, блиндажей, техники и живой силы противника. Обычно дрон в автоматическом режиме идет к цели по заданным координатам. В конце работой дрона управляет оператор. Дальность полета БПЛА «Черника-2» при хороших условиях может достигать 100 км. БПЛА «Черника-1» – до 80 км. Как это реализовано, неясно. Высота полета БПЛА «Черника-2» с максимальной нагрузкой – до 1 км. Время полета – до 1,5 часа. Без нагрузки – до 2 часов. Скорость полета достигает 60 км. Обе модели дрона запускаются с рук или с катапульта. Цена не сообщается. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.